Наш добрый и любящий вас телеканал ТВ Михалыч, говорим о жаркой погоде на 30 июня. Всем, кто нас смотрит, несмотря ни на что, будьте здоровы и счастливы. По республике местами кратковременные долгожданные дожди, грозы по юго-западу местами, ливневые дожди. В утренние часы по побережью Байкала и северо-востока при прояснении туман. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 при грозах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы Курумкан и Яравна ночью плюс 10-15, по северо-востоку до плюс 5, а днем 28-33, жарковато, при дожде до плюс 25. Центральные районы Хоринский и Кижингинский ночью плюс 14-20, днем 29-35. В южных районах Кяхта-Джида ночью плюс 14-20, в горах юго-запада до плюс 9. А днем также жарко, 29-35 по юго-западу при дожде спасительном до плюс 27. Наша любимая столица ночью без осадков, днем с местами гроза с кратковременным долгожданным дождем. Ветер западный, днем восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 16-18, днем максимальная плюс 30-32. Атмосферное давление ночью будет расти до 712 миллиметров ртутного столба, днем падать до 707. Истинную цену жизни знает лишь тот, то кому приходилось умирать и удалось не умереть. Истинную цену счастья знает лишь тот, кто мечтал о счастье и испытал его. Мы желаем вам жить счастливо. А ТВ и Михалыч, будьте с нами, и все сбудется у вас.